А боярня твоя где? В церкви, что ли? Боярня моя со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежала. Врешь! Ей-богу. Ловят? Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, а уж опосля. Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы. Розыгрыш и юмор – неотъемлемая часть актерских будней. Между спектаклями, съемками, да и во время рабочего процесса коллеги не прочь подшутить друг над другом. Леонид Гайдай не был исключением. Нередко режиссер наделял своих героев манерами и привычками близких и дальних знакомых. Зрители рукоплескали очередной комедии, не подозревая, что тот или иной персонаж имеет вполне конкретного прототипа из реальной жизни. В кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» все действующие лица обрисованы острым пером сатиры. Один из наиболее характерных образов воплощен неподражаемым Михаилом Пуговкиным. Гайдай никогда не распространялся о том, кого он спрятал под маской известного режиссера Якина. Тем не менее, близкое окружение Леонида Гайдая сразу разгадало недвусмысленный намек на старшего коллегу Ивана Александровича Пырьева. В 1973 году, когда популярная комедия вышла в прокат, всесильного Пырьева уже 5 лет как не было на свете. И хотя на закате жизни орденоносный режиссер почти отказался от съемок и сосредоточился на административной деятельности, в кинематографическом цехе память о нем нисколько не угасла. Зрители хорошо знали и помнили его музыкальные ленты. «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» и «Идиот». А коллегам, помимо популярных фильмов, неплохо запомнилась его манера общения, привычки, стиль одежды и узнаваемые речевые обороты. Существует легенда, что при написании театральной пьесы «Иван Васильевич» остроумный и наблюдательный Булгаков срисовал своего Якина именно с Пырьева. Иван Александрович, в ту пору член комиссии Наркомпроса Советского Союза, воспринял сатирический литературный шарж как оскорбление и выступил за запрет булгаковского произведения в печати на сцене. Ярость кинематографиста вызвали прямые намеки автора на его романтические отношения с красавицами-артистками. Помимо служебных романов, выдуманная фамилия также завуалированно напоминала о Пырьеве, любившем начинать свои речи и доклады с местоимения «я». Без выражения Ивана Александровича «я думаю», «я считаю» и «я настаиваю» не обходился ни один художественный совет, как на киностудии, так и в Народном комиссариате просвещения. Булгаков подобные аллюзии в творчестве очень ценил и мастерски ими пользовался. От Михаила Афанасьевича схожим образом досталось не только Пырьеву, но и прочим не менее известным деятелям советской эпохи. Например, на страницах романа «Мастер и Маргарита» можно без труда отыскать задиристого поэта Ивана Бездомного, волей случая оказавшимся соседом главного героя по психиатрической лечебнице. Образ несчастного Иванушки скомбинирован. Его прототипы – Иван Приблудный и Демьян Бедный. Для обоих поэтов 30-е годы минувшего столетия сложились трагично. Другое действующее лицо – некто Латунский, списан с критика Литовского. Асаф Литовский – тот самый отечественный литературовед, чьи едкие рецензии и разгромные статьи загубили карьеру Булгакова. Стараниями Литовского – творчество писателя было фактически объявлено вне закона, а после смерти Булгакова и вовсе на долгие годы предано забвению. Приступая к съемкам Ивана Васильевича, Гайдай вольно или невольно выступил продолжателем булгаковских традиций, дополнив экранизацию собственными режиссерскими находками. Внешний облик Якина, его безупречный костюм, тросточки и посадка ногу на ногу целиком и полностью отсылают к воспоминаниям о Пырьеве. Повинен смерти! Боже, какой типаж! Браво, браво! Прошу вас, продолжайте. Ты по что боярню обидел, смерть? Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? В эпизоде, где самоуверенный Якин стремится разгадать, какой же актер так удачно загримирован под царя Иоанна, он не случайно произносит фамилии Юрия Никулина и Иннокентия Смоктуновского.
Первого Гайдай изначально планировал снять в качестве венценосного самодержца, но Юрий Владимирович наотрез отказался. Второй незадолго до того исполнил роль сына Грозного, царевича Федора, в спектакле, поставленном на сцене Малого театра. А ряд мизансцен Гайдай у театральных постановщиков позаимствовал и впоследствии перенес на экран. Хлесткая фраза Зинаиды о режиссере Будимире Косом, которому она якобы уходит, брошена капризной красавицей, тоже не просто так. Будимир Метальников был современником и добрым приятелем Леонида Гайдая. Режиссеры работали в соседних павильонах Мосфильма, нередко сообща обедали, и оба страдали плохим зрением. Отсюда и родился говорящий псевдоним Косой. Профессион де фуа. Хватит! С меня довольно! Я ухожу от вас! К режиссеру Будимиру Косому! В его постановку Борис Годунов! Ха-ха! Косой халтурщик! А вы бездарность! У него я буду играть царицу! Очевидцы вспоминали, что во время репетиции сцены ссоры Зины и Шурика на площадку совершенно случайно заглянул Будимир Алексеевич. Гайдай пошел на произвольный экспромт и тут же изменил текст, предназначенный для актрисы Натальи Селезневой. Сперва Будимир воспринял происходящее как милую шутку. Позже, когда оказалось, что при монтаже картины измененный текст сохранили, Метальников удивился, но ничуть не обиделся на шалость Гайдая. Так, редкое имя Метальникова было раз и навсегда увековечено на пленке. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.